Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Регионы могут избавиться от долгов перед Москвой. Правительство России готово списать часть долгов по бюджетным кредитам, если регионы потратят деньги на развитие инфраструктуры. Постановление утвердил премьер Михаил Мишустин. Сумма для списания будет зависеть от объема налоговых поступлений, от использования новых объектов за предыдущий год. Попасть в программу могут объекты, вводимые в эксплуатацию не ранее 2021 года. Так власти рассчитывают компенсировать последствия пандемии, вынудившие регионы увеличить расходы на здравоохранение в ущерб финансированию других отраслей. Совокупная задолженность регионов перед федеральным центром оценивается в 900 миллиардов рублей. Кировская область должна 18. Программа «Экономика». Кировскому бизнесу помогут заняться экспортом в следующем году. Планируется внедрить региональный экспортный стандарт 2.0. Чиновники планируют популяризировать идеи поставок за рубеж, активнее продвигать регион на иностранных рынках, развивать систему подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности. В этом году власти помогли 40 субъектам малого и среднего предпринимательства. Они заключили свыше 60 экспортных контрактов на сумму около 9 миллионов долларов. Сейчас готовятся онлайн-встречи с рядом европейских государств, а также с Индией, Египтом и Казахстаном. Экономика на 101 FM. 3 миллиона рублей должны заплатить подрядчики за раскопки в Кирове. Это сумма штрафов с начала 2020 года. При этом, помимо штрафов, в качестве наказания возможны предупреждения. В самом крупном районе Кирова, Ленинском, вынесено 87 постановлений об уплате штрафов почти на 400 тысяч рублей. В Первомайском 21 незаконно раскопанное место. И тут основной нарушитель – подрядчик теплоснабжающей компании, компания «Экосистемс». Сейчас ему предъявлено штрафов на 600 тысяч рублей. В Октябрьском районе за год вынесено штрафов почти на 2,5 миллиона, в Нововятском на 66 тысяч. Экономика. В завершение о валютах. Доллар и евро в понедельник заметно подскочили. Сегодня официальный доллар 80 рублей 57 копеек, евро 93,76. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.